творческий беспорядок у меня в прихожей. После сборки двигателя тут у меня сам двигатель отдыхает. Ложу в мешке. Да, это мои инструменты. Запчасти здесь. Еще здесь это старая опора. А вот еще у меня две монолитки есть также. Это еще про запас я брал у Николая из Краснодара. Он мне их даже сразу оптом все и отдал. Вот. Соответственно. Тут у меня коробки. Мешок мне таких шестерен достался недавно при покупке на УЧЗ-то. Вот такой мешок. Нормальные были. Есть и в хорошем состоянии, есть, конечно, уже и подуставшие. Ну, такие, конечно, вещи всегда приятные. Я такие вещи храню. И потом при необходимости использую.